теперь я попробую угадать имя человека, которое задумает Арина. Арина, тебе же много друзей? Очень. Очень. Вот мне нужно, чтобы ты мысленно сейчас выбрала одного из друзей или подруг. Это не обязательно должен быть лучший друг или подруга. Я сейчас отвернусь, а ты на этом листе бумаги в центре напишешь имя друга или подруги, о котором думаешь, а здесь другие разные имена. Хорошо? Поняла задачу? После этого возьмешь эту бумажку и разорвешь ее на 9 маленьких квадратов. Да? Я не подглядываю. Ты пытаешься прочитать в моих глазах то, что я сейчас буду угадывать? Уже приступила разрывать? Да. Все? Нет. Нет? Вот эти маленькие кусочки нужно будет перемешать на столе. Ага, все видно. Что все видно? Ничего мне не видно. Да вернись. Да, вы экстрасенс. Да. Раз, два, три. Все? Нет, можно не переворачивать, можно их просто смешать. Тут же очень много разных имен. А теперь подумай. Это, наверное, Эльнура. Да. Вам понадобится бумага и ручка. Смотрите, чтобы угадать имя человека, о котором думает ваш друг, нам понадобится сложить квадратный лист бумаги таким образом. Чтобы он образовал 9 квадратов. Теперь мы просим человека задумать имя. Допустим, он задумал имя Арина. Мы попросим написать это имя в середине. Арина. А в других квадратах разные имена. Саша. Миша. Даша. Ну, кто еще? Тамара. Тамара. Илья. Илья. Ну и там Дима. Смотрите, затем мы просим его разорвать листок. Теперь, если присмотреться, то у листов есть всегда одна ровная часть. Да, остальные части мы видим, как они были оторваны. Да? Если есть одна ровная часть, значит, это незадуманное имя. Нам нужно найти тот листочек, который оборван с четырех сторон. Ну, в данном случае у нас, давайте, если присмотримся. Вот, да, этот. Правильно, Арина. Ну, с помощью вот этого способа можно угадать имя человека, о котором думает наш зритель. Это, наверное, Эльнура.